Андрей Викторович, ну, по традиции, первые итоги матча. Мне кажется, смотр молодежи удался. И болельщики получили удовольствие. Такая яркая игра, много ошибок, но и много созданных моментов, голы, интрига до конца, ну, пенальти. Все украшения, которые в футболе есть, сегодня были. Какая цель была у команды в этом матче? Все-таки, ну, шансов, наверное, у Шинника было не очень много, так изначально. То есть... Мы понимали, да, что там нам самое главное проиграть 0-3. И при этом у нас главной задачей было посмотреть новую схему. Да, играли с тремя центральными защитниками. Так мы ее потихонечку вот в кубке применяем, смотрим, обкатываем. Иногда в чемпионате там некоторые временные отрезки. И плюс, конечно, посмотреть уровень молодежи. Потому что на фоне второй лиги мы дали немножко им опыта. Они достаточно достойно смотрелись. Ребята, которые у нас из молодежной команды, сейчас вот дебютируют часто достаточно. Не дебютируют, выходят. Дебютировали и выходят достаточно часто. А сегодня уже хотели посмотреть на уровень команды именно ФНЛ. Я предупреждал, что в Ярославле всегда очень сложно играть. Для меня это такой город, где закладывалась, можно сказать, тренерская школа. Я помню, с Волгой было очень тяжело выиграть. И с Тамбовым мы здесь были, с Химками. То есть всегда поединки такие очень, очень сложные с точки зрения, наверное, именно командной тактики, потому что Михайлович все время какие-то сюрпризы подкидывает. Несмотря на то, что вы сейчас в достаточно тяжелом положении, мне, ну, тоже я же видел, что 4-5 человек свежих вышло, которые хотели доказать свою состоятельность. Поэтому в первом тайме так остроты, может быть, еще мало было, потому что все организованно играли, все с полной отдачей. Во втором мы внесли в перерыв небольшие коррективы, выпустили двух свежих футболистов для того, чтобы оказать давление на те зоны, которые мы обнаружили, которые можно воздействовать. Ну и плюс сами сделали перестановку, видели по ходу первого тайма, поменяли центральных защитников, потому что это такие наши уже нюансы. То есть, в принципе, с тренерской точки зрения, все, что мы хотели, мы сделали. С точки зрения результата, тоже мы довольны тем, что не проиграли. Пенальти — это уже так, это кубковая система. И тоже принесла ярких эмоций, я думаю, болельщикам нашим. Потому что у нас две задачи. Это результат и чтобы болельщики были довольны. Большое спасибо. Спасибо вам.